Я требую от вас признания и принятия этих условий. 5000 динариев? Неплохо. Деньгами или зерном? Как пожелаете. Вы чё, бабы? Стоило рыжему псу гавкнуть, и вы сразу покорились? Как тебя зовут? Гай Игний Ацербион, глава Аппийской коллегии. Скажи, зачем разумным и уважаемым людям вроде нас вести дела с нищим и проклятым зверем вроде тебя? Гай Игний Ацербион, ты задал справедливый вопрос. Те из вас, кто не захочет вести со мной дела, станут моими врагами. И чё? Они умрут гораздо раньше, чем думают. Спокойно. Помните о священной конкордии. Никаких угроз. Конкордия. Я сын Аида. Ебал я в жопу вашу конкордию. Перемирие закончено, брат. Ацербион, будешь вести дела со мной?